губернатор Игорь Руденя вручил Орден Дружбы председателю Законодательного собрания Сергею Голубеву. Высокой награды спикера регионального парламента удостоил президент России Владимир Путин. Сергей Голубев с 2006 по 2011 годы работал заместителем председателя Постоянного комитета Заксобрания по госустройству и местному самоуправлению. В ходе работы 4-го и 5-го созывов был заместителем председателя Заксобрания. В 2016 году он возглавил областной парламент, работой которого руководит и по сей день. 18 лет вы являетесь депутатом Заксобрания Тверской области. И с 2016 года ваши коллеги доверили вам возглавлять областной парламент. И вашу деятельность можно оценить одним емким словом – это компетентность. Очень важно, что вы эффективно решаете задачи формирования актуальной законодательной базы нашего региона, Российской Федерации. Прежде всего, слова глубокой признательности, благодарности президенту Российской Федерации, главе нашего государства Владимиру Владимировичу Путину, губернатору нашему Игорю Михайловичу Рудене за то, что не такой заметный труд законодателей вот в моем лице получил такую высокую оценку. На самом деле, прилично иногда слышать такие слова относительно того, что это коллективная заслуга. В моем случае так и есть.